Добро пожаловать в комнату создателей игры. Добро пожаловать. Здесь авторы игры общаются с игроком. Что означает знак вопроса, перец? Не прибивай меня, просто читай свою роль. Ох, как ужасно с моей стороны. Ах, поговори со мной или перцем, когда захочешь уйти. Так оно и есть. По-другому ты отсюда не выйдешь. Желаю хорошо провести время. Желаю вам хорошо повеселиться. И вот у нас. Шуичи Сато. Я был ответственен за создание эффектов боя, и я был так занят, что даже забывал покушать. Шучу насчет покушать. И дальше на английском. Ну, я как и думал. Часть текста будет на английском здесь. Вы, если хотите, ставьте на паузу и читайте. Даже кошка говорит. Жалко, что пираты не подумали перевести полностью. Даже музыка в каждой комнате своя. Ох. Не успели со всеми поговорить. Я еще боюсь, как бы не получилось так, что сейчас все кусками будет записываться. А, нет, смотрите. Наверняка много интересного рассказывают. Хироши Учияма, Аро, правило 1 насчет создания игр. Старайся придумать правильное решение. Правило 2. Выработай рабочий огонь для притворения в жизнь своих идей. Правило 3. Покажи свою любовь к работе. Пожалуй, это все. Что-то они перевели, смотрите. Кого мне изобразить? Выберите число от 1 до 43. А, это художник.
Так, куда пойти? В главный или просто на второй этаж? Давайте вначале просто на второй этаж сходим. Точнее, на первый вниз. А, нельзя. Вон оно как. А если сюда? Отсюда нельзя выйти. Поговори с нами, когда захочешь выйти. Понятно. Ну, еще двое. Здравствуйте, люди, я Кацухита, и я программист. В отличие от артистов, музыкантов и сценаристов и бла-бла-бла-бла. Так, сегодня, похоже, я научу вас, парни, что такое программа. Погодите, я позову кое-кого из моих друзей. Эй, ребята! Привет, я Казуми, приятно познакомиться. Казуми программировал части, которые отображают и управляют моделями полигонов. Почему бы тебе не показать все Казуми? Это было движение. Кто следующий? Похоже, что я. Можете называть меня Мия. Мия написал части программы, которая манипулирует эффектами. Его эффекты выглядят примерно так. Очень эффективно, не так ли? И, наконец, у нас... Оно, нет, я он. Это просто имя у меня такое. Он кодировал особые эффекты, применяемые в сражении, плюс еще систему меню. Давай оно. Да. Как удобно. Да, ну и ваша скромная слуга. В общем, я был ответственен за общую программу ведения боя. Я даже написал функции, которые позволяют этому моему изображению разговаривать с вами. Искусственный интеллект и логика монстров и других врагов были также написаны мной. Спасибо, что выслушали всю мою речь. Да, и я также очень благодарен, что вы купили копию игры Chrono Cross. Что ж, до следующей встречи в какой-нибудь другой игре. Берегите себя и увидимся! Вот так вот интересно. Необычно. Еще один сбоем дракончик.
полезно. Мне никогда что-то там надо было замедленно. Мохо-хо-хо. В общем, ни о чем. Блин, все-таки как жалко, что они не перевели это. Может, когда-нибудь я все-таки переведу это, посижу, помучаюсь. Или может кто-то поможет, и я сделаю выпуск, где мы будем смотреть это видео, ставить на паузы в определенных местах и переводить. У меня для вас подарок, выберите его, зеленый. Ой, какой плохой подарок. Прикольно здесь походило, можно любого персонажа поменять имя. О, тут все мелодии есть. Понятно. Прикол. Да, интересная идея. Так, тут мы были, да? Да, тут мы были. Так, попробуем сейчас вот сюда.
А, все, это все. Вот так вот. Так ты решил уйти? Будь осторожен, в следующий раз мы можем выиграть. Ты его слышал, будь готов. Что ж, тогда... До свидания. Пока и спасибо. Вот такая вот концовка. Необычная. Да, давайте запишемся. Куда-нибудь... Куда бы? Вот сюда, наверное. Как она теперь выглядит? Просто со звездочкой. Вот, в общем, как-то так. Тогда все заставки будем сохранять в сильном состоянии. Как это? Ну, в общем, в следующий раз мы продолжим играть с той записи на первом диске вот отсюда. Но только не вот в этом сильном состоянии, хотя можно посмотреть, что это за сильное состояние. Давайте посмотрим. А, видите, не дает. Да-да-да. Типа эти еще не сделанные в сильное состояние. Это, в общем, кусок, где можно все превращать в сильное состояние. Я понял. Ладно. Ну, тогда на этом закончим. Тогда всем спасибо за просмотр. И, наверное, всем пока. Если видео нормально все сделалось, ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал Стасянчук ТВ. Если не понравилось, ставьте дизлайк. И всем пока-пока.